Журналисты 12-го канала в эти минуты готовят итоговый выпуск новостей. Вот что вы сегодня увидите в 20 часов 30 минут. Череповец отметил в эти выходные третий летний день рождения. Как это было, расскажем в новостях на Первом городском. 189 человек на 8 тысяч обращений. Профессия социального работника – одна из самых востребованных в стране. С теми, кто помогает ежедневно нуждающимся, пообщались Вера Кучеренко и Дмитрий Махов. 4,5 года колонии общего режима получил сегодня бывший начальник ОБЭП города Череповца. Обвинение просило 12. Почему срок снизили, выясняли сегодня Иван Бурыкин и Егор Плюснин. Итак, об этом подробнее в 20 часов 30 минут. Следите за новостями вместе с нами, в том числе и в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Подписывайтесь на нашу официальную группу ТВ-канал 12 ВКонтакте.